В Елабужском институте КФУ прошел круглый стол «Новая модель подготовки учительских кадров». На мероприятии обсуждались методы подготовки учителей в Германии и России. ВУЗ посетил Тобиас Бауэр, представитель технического университета Дрездена. Он выступил с докладом «Профессиональные компетенции учителя в Германии» перед молодыми учеными института и педагогами-методистами. Лектор рассказал о планировании урока, а также особенностях подготовки студентов педагогического направления. В свою очередь, преподаватели Елабужского института КФУ познакомили Тобиаса Бауэра со своими трудами и инновационными подходами в подготовке учителей. Ученые устроили дискуссию о сходствах и различиях систем образования двух стран. Круглый стол был полезен для обеих сторон, поскольку это возможность не только найти пробелы в подготовке, но и перенять зарубежный опыт для повышения качества работы. Лекция мне очень сильно понравилась, особенно сравнение методики в Германии и в России. И в целом мне был сам факт интересен, то, что профессор был из Германии, но при этом он хорошо владел английским языком. И вот было интересно его слушать, исходя из того, что он владел двумя языками, и исходя из того, что он хорошо знал предмет, о котором он вел лекцию. Заключительным этапом визита иностранного гостя стало обсуждение технологических карт урока. Участники делились предложениями по разработке конспектов и обсуждали вопросы сотрудничества. Стороны заинтересованы в создании рабочих групп для проведения исследований в области образования. Это поможет России и Германии повысить качество подготовки новых кадров. Артем Тупичкин, Ильшат Ахмадиев, Денис Сипайлов, Универньюз.